Здравствуйте, дамы и господа. Блог Александр Александрович. Когда толпа вокруг кумиром рукоплещет, свергает одного, другого создает. И для меня, слепого, где-то блещет святой огонь и младости восход. К нему стремлюсь болезненной душою, стремлюсь и рвусь, насколько хватит сил. Но, видно, я тяжелую тоскою корабль надежды потопил. Затянут в бездну гибели сердечной, я равнодушный, серый, нелюдим. Толпа кричит, я хладен бесконечно. Толпа зовет, я нем и недвижим. Всем спасибо.